Люберецкие коммунальщики на финальной стадии подключения тепла. В первую очередь отопление поступило в детские сады, школы и объекты здравоохранения. На сегодняшний день все объекты социальной сферы городского округа подключены к системам теплоснабжения. В жилые дома подача тепла идет согласно графику. С ним можно ознакомиться на сайте Люберецкой администрации, а также на информационных стендах в подъездах. Ресурсоснабжающие организации перешли на круглосуточный график работы. Коммунальщики уже подключили к теплу 90% жилого фонда. Если у вас возникли проблемы с подачей отопления, вы можете обратиться по телефонам, которые видите на экране. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.